Артем, Артем, возьми чучело, поставь еще одно здесь. Все, пошли. Что-что? Какой? Самый хороший, да? Валерий? Что ты хочешь? Что? Твой мобильный. Это? Сними лобу, бери пойми. Лобу. Сними. А его криозен. Пошли. Так, кто будет баловаться, чтоб потом не обижался. 3 минуты. Особенно, когда возвращаемся. Виталик, качаться иди. Отлично, Алеша. Так, Виталик, пожалуйста. Пошли, 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 пошли. Четко, красиво, поворотчик. Умница. Еще раз говорю, Артем, когда возвращаешься, будь невнимательный. Соперник чуть право может прыгать, влево. Пошли. Обязательно партнер должен. Нет, туда надо сыграть. Вот так, умница. Коленки не забывайте, шире плеч. Коленки шире кисти. Там, когда больше делаем, что-нибудь должен придержать.
Я тебя попрошу, возьми, пожалуйста, Алешу. Нет,
Виталий, пусть они возьмут два чучела. 50 бросков вправо, 50 влево. Спасибо. Да. Куда? Там. А где, где, где? Где? Можно туда, я могу там открыть. Могу здесь держать. Здесь будет хорошо. Бери. Внимание сюда, шею разогрели, уши разогрели. Японки, когда подавляют парк или борются девушка из Японии, все, всем остальным кранты, девочкам. Да. Жалко, что у меня, если у меня вот не забыть попросить директора кран, чтобы можно было там поставить, чтобы вы просто посидели, посмотрели. Какая это борьба? Что это за борьба? Я посмотрел, дети мои, слушайте внимательно. Вот есть зал, где разрешают пить воду холодную. Объясняю вам, когда вы разогрелись, зима, вы пошли, вода холодная, человек быстро простывает. Раз простыл, это первое. Второе, когда ты борешься, я понимаю, да, там помню. Горло промочить. Но надо теплой водой. Еще чуть-чуть. А вообще, я вот сколько лет тренировался, 13 лет, я мастер спорта по дзюдо, по самбо. Я ушел. Я чемпион республики по юношам, по самбо. По юношам, по молодежи, по взрослым. Я чемпион республики по юношам, по молодежи, по взрослым, по дзюдо. Я знаю только одно, я пришел играть в футбол, мы играли в футбол, и решил перерыв это выпить воды. Мне друг сказал: Сережа, не пей, играть не будешь. Что ты? Буду! Выпил два стакана, все, я больше не играл. Нельзя пить во время тренировки. Вы просто привыкнете с этим, и все будет нормально. Значит, еще раз, при болевых поступках никаких резких движений. Это первое. Второе. Не души. Иди сюда, Пастухов. Если я задушу, не волнуй. Не обижайся. Иди сюда. Еще раз. Душить обязательно только с отворота. Так можно душить. Но будешь это правильно делать. Вы так возьмете, сели на колени, раз и поломаете. Пожалуйста, одна рука держит руку, вторая сюда. И все. И никаких проблем не будет в шее. Ногами можно тоже в души, но видите как, вот руки-ноги, вот развернись. Я вот даже могу от удержания, делаю удержание, когда он руку переносит, я могу сюда вот поставить, вот, оп, и удушить. Вот это тоже удушающе, но с рукой. Все, внимание, через минуте. Джек! Так, мы боремся. И на ковер, и на ковер. Переворачивай, переворачивай. Забегай, переворачивай. Сюда забегай. Два. Вот, делай дышание. Молодец. Оливия, Мате. Смотри, пожалуйста. Яна, подойди сюда, пожалуйста. Значит, посмотри, вот когда ты будешь, да? Нет, вот, видишь? Вот, еще сверху падает, это будет. Что можно делать? Беременность. Здесь можно нырять, это на коленях, это папа. Можно сделать еще, можно пить, вот теперь и не давать делать. Давай, я тебя беру за шею. Как ты будешь защищать? Так, это только пар. Еще сюда будет. Так. Хорошо. Оп. Не держи так, потому что я обязательно буду за шею. Смотри, можно голову достать. Правильно? А пальцем отрекать за шею. Только не одной рукой. А ну прям же, а, уйди не можешь.
трясти, а держи вот здесь. Ты крестишь ноги, она поворачивается. Вот ты скрестила ноги, а она поворачивается. Ты ж держи вот здесь у нее. Да. Дайте мне тот белый. Имею право за уши, за лицо, вот за подбородок. Видите?
подбородок. Раз, раз, одной ногой достаю. Нет, двумя, одной. И ухожу на него, делаю держание. Если же он делает, видите, рука моя опять свободная. Значит, здесь то же самое. Упираясь в голову, стараюсь достать ногой. Первое. Мат ногами. Убираю ножки, сажусь. И еще одно. Здесь, когда рука сверху, руку переношу через голову и просто двигаюсь. Он ложится. Я сажусь и делаю асайкоми прямо на одну руку. Дальше. Если держу за туловище, ногу сади. Вот. Я имею возможность достать ногу и скрестить ноги. Раз. Два. Здесь у меня два варианта. Но начинаю только с первого. То есть я стараюсь. Если я ноги поставил, я никогда не уйду. Здесь что нужно сделать? Смотрите. Эти движения ногами. Оп. 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 Здесь нужно. Тут он меня держит. В эту сторону мне тяжело перевернуть. Потому что туда я толкну. Разворачиваюсь, держись чуть лучше немножко. Оп. Вот сюда. Иди морду его. Вот сюда. Вот выходит. Держи лучше. Вот его толкаешь, сюда толкаешь. Теперь шел в другую сторону. Сюда толкаешь, сюда перехожу. Есть такой тут вариант, нехороший. Руки, если не здесь держат, вам тяжело перевернуть. Здесь хорошие ребра. А если вот здесь ниже, вот отсюда, здесь вот очень нехорошо. Понятно. Теперь, если вдруг я отсюда достаю ногой, оп, что должен делать? Убить. Смотрите. Я делаю движение, он достает ногой. Ногу и сюда, и пусть пукает. Вот так. Все, туда его. Ногу и голове. Приготовили вес. Сейчас просто боремся! Поджимаем! Ну не поворачивайся, сейчас я замучу! Вот так вот будешь держать, я так вот буду отсюда выйти сразу по любой стороне. Это как будет захват. Минута! Так, стоп, мате. Стоп, девочки, мате. Девочки, мате. Ваня, подвиньте сюда. Боремся. Главное, шею не давайте. Шею не давайте. Это самое главное в партере. Ручки согнутые. Зайти надо назад. Зайти назад все. Зайти, забежать. Головой держи, 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 держи. Держи головой, головой держи. Эй-яй-яй, Диана, назад, назад. Назад, 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 назад. Не надо ложись на живот, Диана будет назад. Инверс. Держи головой руку, ложись на живот. Инверс. Вот, вот сюда. Убери руку с головой быстро, не надо держать. Отпусти. Вот сюда и ушла. Эй, ушла. Рассказываю хитрости, мои дорогие. Нет, не рассказываю. Кто у нас хорошо делает движение? Я. Иди сюда. Я. Иди сюда, поступок. Посмотрите внимательно. Я говорю, дай помогу держанию. Вот если он так взял, то мне очень тяжело будет уходить. Чуть-чуть отпустить. Посмотрите внимательно. Вы сказали, то есть я говорю, Сергей Анатольевич говорит, берите удержание, 4 удержания. Давай, берите. Посмотрите, что я делаю. Первое, что я не даю голову взять. Я голову прижал до талии. Иди в сторону. Иди сюда, Вера.
смотрите, что я делаю. Первое. Если я дал руку, очень тяжело уходить. Я руку прижимаю, И если я дам шею ему, мне тяжело будет. Я шею прижимаю, голову сюда. Так. Вика, команда, скажи. Вене, бери удержание. Бери удержание. Вот. Вот теперь я жду команды отжимать. Все, я уже ушел. Да. То есть здесь главное не дать шею. В самом начале. Вы вот так вот даете шею, то вам вытягивает. Прижмите голову, руку сюда, прижмите руки сюда. Вы же лежите? Что? Приготовились? Те же самые держат. Так же, да, приготовились? А кто? Вы тебе делали удержание? Ложись, она делает тебе. Внимание! Одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. И пол 40, Мате. Аккуратно. Вика. Ты опять чудо его отпустила. Ну как ты его отпускаешь? Я не знаю. Правильно сделала. Еще и за попу ее ущипни. Пошли вокруг ковра. Вика, рассказываю. Вика, во время... Нет, Вика, во время... Вика! Сергей Анатольевич, ваш крем неэффективен. Неэффективен. Шея слабая. Потому что толстая шея. В чем здесь толстая? Иди сюда. Я тебе рассказываю, где ты вот вытягиваешься, наоборот, плечи подними, плечи подними и все, и посмотри наверх, а ты смотришь, что? Она, как она говорит, да, она говорит, так ёп, а, она лечит за шею, и все. Хорошо, ушли сели, быстренько, Быстрее сели, Значит, я не знаю, кто с... Девочки, я не знаю, мальчики, кто с кем будет сейчас отрабатывать, не по барабану. Значит, еще раз, бросок через спину с колен. Посмотрите, ноги, поставьте ножку вперед. С этого захвата. Поднимаете локоть, вот нога впереди, делайте движение. Раз, два, раз, два, раз. Теперь нога идет. Два, три. Дальше. Так, присесть. И чуть-чуть встать. Видите? Оп. А потом он сам делает кувырочек. Да. Теперь. Второй захват. Отсюда. Давайте сделаем так. Самый легкий захват. Вот это. Чуть-чуть потяжелее. Вот этот захват. Немножечко. Потяжелее. Еще тяжелее вот этот захват. Чаще всего, когда вы отсюда делаете руку сюда, вы садитесь, не разворачивайтесь, садитесь на колени, и Веня падает или плечом, или головой. Вспомни, как ты здесь упала. Сейчас. И есть еще один захват. Когда рука здесь, соперник вот отсюда делает через спину с колен, я бы, например, запретил этот прием. Почему? Потому что... Когда он падает и держит за руки, сопернику некуда падать, нога ломается и головой чаще ударяется.
не очень мне это нравится, но я запрещаю, чтобы вы просто знали. Есть девочки, которые вот отсюда делают, и мальчики делают отсюда, просто отсюда, скорее, чуть-чуть, я не знаю. У меня был требовец из 4 республики, поставил отсюда, и он пару раз делал, я думал, что он убьет моих, он уже взрослый. И я ему запретил, я ему сказал, только стойку. А когда ты делаешь стойки, этот бросок отсюда делаешь, хоп, отсюда, оп, броски, то противник успевает перевернуться и упасть на сцену. И тогда есть офицер. А так он головой чихается. Смысл делать? Да. Не надо убежать. Еще раз. Посмотрите внимательно. Нога впереди, вот рука. Поднимите, вот оно движение. Раз, два. Раз, два. Видите, как движение идет? А потом вы садитесь. Это самый фиговый вариант. Самый лучший вариант это делает Вика и партнер. Они отсюда берут. Во-первых, за это наказывается. Наказывается. А за это не наказывается. Во-вторых, они что делают? Они выводят. Они несут для себя. Если вы вспомните диалог, то она придет с вами побороться. И пацаны, Миша, Веня. А она, когда начинает готовить, она начинает по ноге просто так бить. Бам-бам-бам! Она вот через спину стоит. До свидания, лайн-дэй. Значит, раз, вот, эти движения. Вот, за это не наказывается. Это очень хороший захват. Я хоть Вику отвечал, но вот сейчас я смотрю, мне кажется, у нее захват самый идеальный получается. Она отсюда работает. А Вика, когда делает, то я головой мату. Падай на спину. Вика, падай на спину. Ну, во-первых, при вот этом броске, что скажешь, как ты защищаешься? Вот она главная рука, возьми меня за лоб. Опусти меня. И когда вот опустили человека, я ничего сделать не могу. Вот и все. Так не держи, держи лоб. Я потом взял, да, вот отсюда. Держи отсюда не лоб. А для этого что мне надо? Не отжиматься 10 раз еле-еле. Нет. А 100 раз глотко! Вика, просто как я делаю, это надо если это на помаду делать, я... Да. Она садится немножко низко на колени. Вика, ты должна научиться делать кувырок отсюда. Значит, эти японские девчонки и те, кто хорошо очень, французские очень, они становятся сюда, залезают, а потом, вот посмотри, да, видишь, он? И отсюда идет бросок долго столе. А они делают хидр, они делают так. Раз, два. И я просто не разминался. Вот так ставят. И отсюда выходят вперед и прямо с колен поднимаются с партнершей падают. И вперед. Да. Потому что если так ножки ставишь, то ты встать не можешь. А если ты поставишь вот так хотя бы одну ногу, у тебя есть чем оттолкнуться, они отталкиваются, встают и бросают. Ты не падаешь на нее? Ты в партер? Через минус потом встаешь, и все равно ты же продолжаешь прием, потом начинаешь вставать. Все, первый номер. Через минус колен. Пожалуйста. Алло, грязно. Первый номер, 2 минуты, потом борьба, 2 минуты, опять через минус колен. Время пошло. Вика, вы быстро! Быстро ко мне! Быстро ко мне! На репеге! А что, смотрите, куда бросаете! У меня нету пакета. Нет, я, Саша! Назови его быстро. Нет.
Присядь!
Садится на пятки и уходит. Самое главное, раньше голову убить. Вот смотри, ты ударила спиной. Боком. Если головой, очень больно. Боком. Все ступеньки. Получается, она стоит. Саша, на какой ноге нужно находиться? Да, коснись, даже упал. А то он может удариться. Хорошо, да. Саша, присядь и встань. Пожалуйста, Вика. Ребята, понял?
сказать, так можно? Раз, два. Я держу руку. А что там? Я не знаю, улучшаешь? Нет, ты спокойно. Да, но улучшения нет, ты просто. Кто должен делать? А, Андрей, так или же, ничего не делает. Покачаешь, ничего не сделаем, молодцы. Завтра болен. Сейчас она каждому по личку даст. Я там где-то
да? А в этом 500. Но зато олимпийцы получили по 20 тысяч евро, по 30 тысяч евро. За третье место 80 тысяч евро. Она, вот эта девочка, две машины получила от президента, от фонда Рифари. Получила квартиру двухкомнатную. Маргиева получила квартиру однокомнатная 50 квадратных метров. А я что говорю, Диана? Давай поработаем. Давай, Боевчика, поработаем. 2-3 года осталось. Туда и Диана подойдет, туда и Юля Черней. Втроем поедем, постараемся, чтобы поехать, чтобы на Олимпиаду. Нет. Она. Тяжело. Далеко ездить. Потом любовь не нагрянула внезапно. Любовь пришла и ушла. Так, ну что, давай, вперед. Итак, вылетает тот, кто получает ниже пятерки. Что? Кто получает пятерку, тот не попадает в группу суперменов. Прошу. Давай. 6. Прошу, Ваня делает. И уходите. 4. Не попал Ванюша в группу супермена. Прошу. 10. Вика. Прошу вас. Попали в группу супермена. Садитесь. Супер-супер. Потом будет она супер-супер-супер-супер. Аккуратненько, не спеши. Ой, красавец! Дай пятачок. Вот это было 11. Дай пятачок. Супер, 11. Нет, 10. Иди сюда. Вот видели, как она упала? Ручку. Умница. Что ты делаешь? Супер. Вы видите как? Пожалуйста. Шесть. Молодец. Супер. Садитесь. Ваша пара. Шесть. Миша, ты что? Поменяли. Шесть. Прошел группу. Чинч. Не прошел, Сашуля. Сюда. Не довернулся. Прошу. 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 Пожалуйста. Дана и Артем. Посмотрим. Есть шанса, даже шанса. Молодец, Артем. Шахты, молодцы, супермены. Садитесь сюда. Богдан, не сиди, что я могу туда. Откуда? Есть, супер, 10. Миша. Хуже. 8. Но супермен. Ушли. Так, стоп. Стоп. Чуть-чуть сюда подвиньтесь. Садитесь. Вы супермен. Так. Не завернулась, да? Габи ее спасла, да? Габи ее спасла. 6. Потому что она... Нет, нет, она 12. А Раду 11. Супер, пожалуйста. Хорошо, Чинч. Молодец. Чинч. Присаживайтесь. Значит так. Так, все, кто получил 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, выходят и сейчас на супер-супермена 8 и выше. Приготовились. Итак, Ваню.
участвует, а участвует Попов. Здравствуйте. Пожалуйста, Попов может пройти или нет? Шапка. Да, пожалуйста, вы вдвоем. 10. Вика. Ну хорошо, давайте вы тогда вдвоем. Да, ты Саша делаешь. Да. Мария, подожди одну секундочку. Саша делает. Я. Нет, он прошел, а тебе не удалось. Семь. Не смогли пройти, присаживайтесь. Прошу аккуратненько голову. Посмотрите, Алия, а что было выдохнуть? Молодец, умница. А теперь ты попробуй восьмерочку. Попробуй, получится, не получится. Все равно голова не твоя, папа. Шапка. Молодец, умница. Садитесь. Раду прошел. Прошу вас. А ну да, покажи. Класс. Здравствуйте. Семь. Хорошо, молодец. А ну, Артем. Семерочка. Можете шире голову. Семь. Прошу вас сюда. Молодцы. Девчонки. Девять. Прошли. Вы можете присесть. Семь. Не ты ни в той ноге становишься. Ты вот у нас сидит в таз ниже. Таз надо перекрывать, это колено. Сейчас, подожди. Сейчас. Пожалуйста. Ну что такое захват, да. 10-10 не могу. Итак, кто получил 8-9-10 выше? Да, Семёнка. А, Вика, Габи, ты просто сидишь, потом будешь делать. Так, Сашенька, пойди, пожалуйста. Сейчас он будет делать встречу, и просто, чтобы Алия дыхание восстановила. Да. Просто сделаем ему пару раз аккуратно, чтобы он знал. Итак, сейчас у нас... Еще разочек. Осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек. Итак, супер, супер, супер! Итак, Раду. Давай, Раду. 9. Артем. 10. Веня. 10. Артем. Делал Вика. Так, Миша. 9. 10. Итак, вышли кто, все, кто получил 10. Олег, быстрее! Так. Итак, у нас осталось 4. И Миша тоже может стать, он тоже хорошо. Итак, вот эти 5 человек самые супермены. Я уже не могу дальше. Дика, где маска? Если только закончит Диана, вас будет судить. Я уже не буду судить. Потому что вы так классно делаете. Я так в жизни никогда не делал. Прием через спину стоял. Все, построили. Я так никогда в жизни не делал. Вот кто умеет делать. А я могу другие приемы делать. Я могу подхват, подсечечку. Кто-то у меня в подсечечке падал. Я такие вонючковые приемы. Хочешь наступить? Я раз ножку брал, бум упал. Ой, спотыкнулся. Все, Алия,
Где хочу поздравить победителя? Поступо. Молодец. Веня. Супер. Мишка. Молодец, умница. Рада тоже молодец. Мне понравилось. Умница. Молодец. Это что? Это что? Нет.